Ой! Ну вот, что ты наделал, теперь мама заругает. Ну я же нечаянно. Я знаю, что надо делать. Его остановить. Он еще брызнет сейчас Насте в глаза. Что? Скай, ну скажи, как это опасно. Бытовая химия нам очень помогает в жизни. Но она заключает в себе и опасности. С ее помощью мы можем помыть посуду. Пол, окна, почистить раковину, выгнать вредных насекомых и многое другое. Однако, если использовать бытовую химию не по назначению, то можно отравиться. Запомни, нельзя, чтобы она попадала в глаза, рот и нос. А я не знал. Теперь знай. Щенячий патруль, все на базу! Ой, это...